Она никогда не завидует, не желает плохого, излучает любовь и тепло. Самого главного, нужного и значимого для нас человека, маму, принято поздравлять в последнее воскресенье ноября. В этот день в России традиционно отмечают День матери. Мероприятие проходит и в Самаре. У Дворца ветеранов поздравили женщин с ограниченными возможностями здоровья, а также представителей из актива общества инвалидов, организовав для них концерт. Наш концерт, наше праздничное мероприятие посвящено Дню матери. То есть тем людям, которые, по сути, являются самой жизнью. Те люди, которые о нас заботятся на протяжении всей нашей жизни. Те люди, благодаря которым мы чувствуем себя детьми и чувствуем свою защищенность. Центральным номером в концерте стало выступление солиста коллектива «Грушинское трио» известного барда Александра Исаева. Чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны. В преддверии Дня матери мы проводим это мероприятие, объединив два мероприятия. Мы провели фотоконкурс «Семейный осенний калейдоскоп». То есть мы поздравляем мам, поздравляем детей с этим вот праздником, именно таким праздничным концертом и награждением всех участников нашего мероприятия. В конкурсе «Семейный осенний калейдоскоп» приняли участие 20 семей. Среди них многодетные и те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники должны были всей семьей накрыть на стол. Процесс необходимо было запечатлеть на камеру, сделав фото. О конкурсах сообщает в центре «Семья». Нас ставит в известность, пишут, кто желающий может. Ну, как люди активны, мы всегда принимаем участие, потому что творчество, да, тем более с семьей, это очень интересно. В финале концерта каждый участник был награжден памятными подарками. Среди них были билеты в театр, абонементы в бассейн и сладости. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.